но остались дети. Позже она узнала Господа, узнала Его как своего личного спасителя. И вот все эти годы Бог благословлял удивительным образом. Сегодня у нее старший сын, которому 83 года, живет на Украине. У нее также есть вот этих троих детей, две дочери, они обе живут здесь, в Америке. Одна из них Нина Гиденко, кто знает. Я бы сказал, что потерю детей, которые ушли или умерли до этого, те, которые были постарше, в раннем возрасте, когда их была семья молодая еще, как Иову Бог восполнил все его богатство и все, что он имел, до этого Бог ему дал намного больше. Вы помните, когда читаем книгу Иова в конце, я думаю, что таким же образом Бог благословил сестру. У нее на сегодняшний день 17 внуков, 41 правнук, 7 праправнуков и 3 праправнука. Я хотел бы пожелание, поздравление прочитать Елене Дакимовне 72-го псалма. Несколько стишков вам пожелания. Но я всегда с тобой. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим. И потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя погибнут. Ты истребляешь всякого отступающего тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Мы еще раз вас всех поздравляем. Бог вам дарит эту жизнь ко всем нам. Значит, Он имеет еще для вас планы. Пусть вас Господь благословит. Ми присоединяемся к этому поздравлению, благословению. Я рассказываю, что деколи бачу Олега. Вот він є живий, хто передає привіт. Нарешті привет, маємо таку нагоду. Хай Бог благословить. Взаємно. Всім привіт великий.
someday.